Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». У нас есть невероятное событие, задание дня. Кто-то подсунул гранатомную бомбу в стратегическую колоду Бабаха. А война клононасов. То есть я буду играть за Бабаха, судя по всему, да? Окей. Так, ну что? Ладно, допустим. Ход зомби. Нет. Так дело не пойдет. Убираем, естественно, ее отсюда. Нафиг она нам здесь не нужна. Кто там следующий у них? Опять ты. Ну, а я сделаю, наверное, вот так. И вот. Так, у него же там может быть молния, верно? Может быть, поэтому не стоит пока. Видишь, что творит? Хорошо, гаденыш. Раз ты так, мы будем делать немножко по-другому. С какого перепуга ты тут явилась, а? Пугало огородное. Ладно, сделаем так. И сделаем вот так. Попробуем превратить их всех в ананасы. Окей, сюда. Ну, а теперь самое интересное. Превращаем в ананасы. Ну и что ты тут явился, не запылился? Поздно уже. Активируем. Совсем другое дело. Так, ну что, поехали. Ну, два в лицо, это неизбежно было. Так, минусуем. Итого 10 хп остается, да? Угу, началось. Ну, во-первых, наверное... Подожди секунду. Твою налево, блин, не так сделать хотел. Ладно. Кто там у тебя? И что ты будешь делать? Сам себе. Ну и ладно. Получил свое. Так, у него защита сработает. Так. Ох ты, зомби получает... 8 к атаке, короче, да? Поехали. Добить, конечно, не получилось. Ну ладно, ничего страшного. Грибная поляна. Грибная поляна, но нам... Так, танцор. В лицо трешечку. Тут-тут-тут-тус. Что будем делать? Поехали. По идее, есть шанс нам победить здесь. Так, уничтожаем. Уничтожаем. И что тут? Опачки, молекулярочка. Друзья мои, молекулярочка нам выпадает. И здесь своего рода есть риск, причем офигенный. Три в лицо, ну никак нельзя нам с тобой получить. А ведь получим. А ведь получим, да? А вдруг нет? Давай рискнем. Так, шикарненько. Вот эту гадость отсюда уберите, пожалуйста. Ну и все, победа за нами. 5 в лицо получает он. Все. Да выпендривался. Ну что, а мы с тобой начинаем получать ранги. Проходить именно на лиге. Единственное, что... Что, будем за бабаха играть? Или все-таки перейдем на ржавый разряд? Давай, наверное, начнем с него.
Давно мы не играли за него, поэтому спортивная колода, как всегда, ребят, рулит. Надеюсь. Это не точно. Так, нам выдают как раз картофан, бабаха. Давай смотреть. Ну, в принципе, как бы нормально. Для начала такая вот карта, такая рука пойдет. Естественно, будем, наверное, с тобой вызывать спортивного зомби. Так, ландшафт пока не будем тратить. Неизвестно, кого он там поставит. А вот сумоиста можно. Сумоиста поставить можно. Шипы. Видишь, что он делает? Соответственно, мы с тобой этот ландшафт можем заменить. Если захотим, конечно. А мы захотим, верно? Угу. Что он, интересно, будет сейчас делать? Он сюда ставит мину. Ха-ха. Так. Допустим. Что делаем далее? Либо этого призывать, либо... Давай, наверное, все-таки нашего спортсмена. Опа. Опачки. Есть ли смысл ставить сюда, а? Наверное, нету пока. Ну и что ты? Вот так ты решил, да, значит? Окей. Поехали. Ну, все понимают, что сейчас будет страж плюс этот. В общем, все будет великолепно. Давай сделаем вот так. Так, 4, да, 4. И вот так. Давай смотреть. Опа, орешком прикрылся. Ну, допустим, допустим. Все, да? Поехали, ребята. Так, минус груши. В лицо. Тут защита. Так, что нам здесь сделать? Ну, допустим, я сделаю вот так. Угу. Все растения получают. Понял. Так, ну что, как вариант, ребята? Сделать защиту. И... Так, что же еще там здесь лучше сделать-то с тобой, а? Да, наверное, и все пока. Хотя... Я вот так еще сделаю. Поехали. Допустим. Этот меня нисколько не пугает. Так же, как и вот этот, потому что у нас есть с тобой еще защита. Опа-на, что нам выпадает? Бонус. Смотрим на его ход. Опачки. Орешек позвал. Но у нас с тобой, как ты понимаешь, есть вирус. Да-да, вирус — это всегда хорошо, ребят. Это всегда хорошо. Когда еще есть вирус потом, это еще лучше. Так, пора здесь немножко зачистить, да? Что у него там, шарик будет? Воздушный. Вот этого переместит? Нет, ничего не стал абсолютно делать. Так. Ну, ты понимаешь, да, что здесь бесполезно ему что-то пока делать. Что нам можно здесь предпринять?
пока ничего. Я надеюсь, он не уничтожит мне стража. Это будет плохо, если сейчас он его сможет подбить каким-то макаром. И я рассчитываю здесь на вирус плюс защиту для стража. Ну и, соответственно, попробовать еще. А, у меня не хватит, да? Тут 5-9 нужно. Ставит мину. Как хочешь, пускай ставит мину. Ага, ага, вот что он делает. Пфу. Чё-то, блин, этот же подорвет. А хотя почему подорвет-то? Ничего он не подорвет, ребят. Вот так вот сделаем. Да, естественно, этого потеряем с тобой. А, нет, уже не потеряем. Да-да-да-да-да. И сделаем, наверное, либо вирус нам поставить с тобой. Давай, наверное, я так все-таки воспользуюсь. Ай, великолепно. Ну что, понеслась. Так, вырубаем этот крахмал к ядрени фени. В лицо. Ну, ты понимаешь, да? Так. Ну что, будем прятать их? А мне кажется, не стоит. Мне кажется, этого делать не стоит. Единственное, что я сделаю вот так. Хочу просто посмотреть, что он будет тут делать сейчас. 3 хп у него всего остается. То есть, даже если сработает защита, то вот это уже пробивает. По-моему, он сдался. С 2 картами, которые у него в руке, он никак не сможет меня одолеть. Это я тебе точно говорю. Тридцать первый ранг, кстати. Ну, чего ты там задумался-то? Паренек, давай ходи быстрее, блин, у нас время. Нас зрители ждут твоего хода. Понятно, короче. Ненавижу, когда вот так делают. Ну, ребят, вы поняли, да, короче? Победа за нами. Так, ну что, теперь пойдем, наверное, сыграем за бабаха. Ну давай, давай, давай уже там. Если честно, я не особо понял вот его колоду. Играем мы уже с вами много, уже, как бы говорится, все повидали. Но в чем заключалась здесь колода, в чем преимущество, не увидел. Я, конечно, тоже любитель экспериментировать, но должна быть какая-то хоть маленькая логика. Так, ну что, ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Ох ты, ёк-макарёк. Серьезный парень вышел ты. Разгром. Да, здесь не забалуешь. Ну что, у нас есть лужайка, если что. Этого, я боюсь, он раздавит валуном. 100% тебе говорю. Пропускаем пока ход. Что-то выжидает парень. Он что-то выжидает, а вот что? Но если выставлю ягоду, он ее раздавит. Верно? Верно. Поэтому поехали. Начнем тогда первый ходить. Слушай, а неужели у меня там спортивная колода? Может же быть такое? Конечно, может. Если я поставлю... Сейчас глянем, подожди секунду. Что он там будет делать? Фиг его знает. Серьезно говорю, я не знаю, что он там будет выставлять. Так. И хочется, и колется. Ладно, рискну. Смотрим. Челюсти. И валун.
Так, две заклинашки потратил, это меня радует уже. Это меня уже радует. Интересно, у него есть еще валун? Я просто хочу сейчас ягоду поставить. О, как. Давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Сумоист. Ягоду отодвинешь. Замечательно. Отодвинул ягоду, но, естественно, я ее обратно пододвину. Наверное. Так, а стоит ли ее двигать-то мне обратно, а? Или нам лучше сделать орешек? Да усиленный. Посмотрим. Ага, телепортик у него есть. Прокачивает зомбика. Замечательно. Так, ребят, ну вот это, естественно, мы убираем, наверное, отсюда, да? Что-то мне кажется, что у него спортивная колода. Почему-то вот кажется, и все здесь. О как, прокачиваешь этого олха. Давай, давай, я его как раз ананасиком-то и пришибу. Спасибо тебе огромнейшее. Так, ну а что здесь мы с тобой сделаем? Пум-пум-пум-пум-пум-пум. А здесь мы с тобой сделаем вот так вот. И, пожалуй-ка. Да ничего больше делать не будем. Так, окей. Ну да, срабатывает защита. Не дай бог у него этот... убрать любого бойца. Ну, ты понял, да, кулак? Или, скорее всего, ему выпала хилка. Хилку, раз он не стал тратить, значит, скорее всего, так бы он на ягоду бы применил. Это ты хорошо придумал. Удачно даже, я бы так сказал. Кто там у тебя сидел? Ага. Вот так вот даже. Ну что, выставляем орех. Ух ты, ух ты. Просто замечательно, друзья. Две могилки. Лучше и быть не могло. Окей. Так, еще один орех, да? И еще один орех. Так, что, залечить раны? Ладно, допустим. Допустим, ты залечишь раны. Допустим, ты еще раз залечишь себе раны. Ну, а мы с тобой сделаем тогда... А нафиг нам это надо делать? Мы сделаем вот так. Кстати, не забывай, что у него сработает защита, и, скорее всего, там уже будет как раз та паршивая карта. Так, здесь, наверное... Да, ничего пока делать не будем. Ну давай, давай, не томи уже. У него сейчас работает защита, ребята, он, скорее всего, ягоду мне уберет вот эту вот. Вот сейчас вот, смотри, хоп. 4 и выше, да? Убирает с поля противника 4 и выше. Естественно, уберет ягоду. В плане. Почему он сделал это так? Объясни мне. Это бред. То, что он сейчас сделал, это был бред полнейший. Давай я вот так вот сделаю я. 3-3, я знаю, что это 3-3 будет. Мне дручку надо было вначале этого поставить. Ладно, что сделали, то сделали.
Давай вот так вот вылепим. Ну что, 12 хп у него остается. Естественно, восстанавливает здоровье. Я так и знал, что этот... Есть у него навык. Так, перемещает. Берет карту, само собой. Все? Есть еще какие-то там вопросы у тебя или еще что-нибудь в этом роде, нету? Если нету, давай приступим. Ты думаешь, это тебя спасет? И это тебя тоже не спасет. Не-не-не, даже не надейся. Так, ну и что? Остается у тебя 9 здоровья. Меняем вот так вот. И ждем. Допустим. Да похоже все, доигрался. Финишим, да, как говорится. Чистая победа. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. Мы, по-моему, перейдем сейчас на следующий ранг. И это 24-й. Мы повысились. Так, давай попробуем, знаешь, сыграть за кого? За ореха. Только вот какой орех взять, я не знаю. Ну давай попробуем за этот. Даже не буду смотреть, какая там колода. Просто самому интересно. Против бессмертия мы с тобой играем. Окей. Ёк-макарёк, это что такое у меня тут? Что за тутти-фрутти? Слушай, зачем ягода у меня здесь? Должен быть тогда, по идее, кактус? Не? Или без кактуса мне драться? Так, хорошо. Могилки есть. Это тоже радует. Так, бессмертие что-то там ищет, что-то копит. Ну что, будем, наверное, первый тогда уже входить в бой. Раз он пропускает ходы. Спешишь, парнишка, спешишь. Так, ну естественно, разнос. Окей. Так, далее что у нас там пойдет? Да ну, успокойся ты нафиг. Блин, что же делать-то? Сейчас он меня достанет такими картами. Кого на этот раз ты высунешь? Вот это уже будет похуже. Вот это вот будет похуже. Так, берем шипы. А, блин, берем шипы. И что берем еще дальше? Берем ягоду, что ли? Даже, блин, пока не знаю. Давай так вот сделаем с тобой. Посмотрим сейчас. Ну, 4 в лицо получим, да, понятное дело. Окей. Так, вызывает мелкоша. Так, мы с тобой сделаем для начала вот так. Окей. И, пожалуй, вот так. Блин, у него еще 2 энергии осталось. Ёк-макарёк, бонусную атаку, ну, ну давай. Кто там у него? Ёк-макарёк, да ну нафиг. Это же надо так фартануть, а? Ты посмотри. Плохо, ребят. О, смотри, что творит. Ну что, во-первых, ребят, нам надо будет с вами, естественно, поставить защиту. Понятное дело. Тут никуда не денешься. Плюс сделать вот так вот, чтобы его к ядрине фени взорвать. С этим немножко похуже.
этим немножко похуже. Нам придется сделать вот так вот. Окей, поехали. Но он дополнительную берет энергию. Так, ну этому крышка, ты понимаешь, да? Так, этот сдох. У нас защита 5 в лицо. Ну что ж, ладно. Дальше едем. Только тебя, блин, тут не хватало. Ё-моё. А мне прикрыться-то нечем. Прикинь. А, хотя, подожди, есть одна штука у меня. Это чтобы он не раскидывался тут лишним барахлом. Плюс подпитку. Крокодильчик. Окей, поехали. А у тебя бонусной атаки нету, парень? Хотел чего? Да, единственное, что... Твою налево, сейчас этих вытащит, да? Своих позорных мышей летучих, наверное. О, смотри-ка, что делает. Тут, ребят, я не знаю, тут варик только лишь... Блин, ну что сделать-то мне, а? Скажи, кот, на милость. Сможет подбить или нет? Давай, короче, я поставлю сюда крокодильчика. И шипики. И ягодку. Просто хочу посмотреть. Все растения получают минус один, минус один. Допустим. Выставляет зомби. Это, блин, 4. Бамс, бамс. Так, 4 в лицо. Значит, сработала. Должна защита, ребят, собрать. Так, у него 5 хп. Все. Я нас, друзья мои, поздравляю. Ты спросишь, с чем? А вот с этим. А вот с этим. И здесь, кстати, можно... И здесь, кстати, можно сделать даже вот так. Все. Смотрим, что он сейчас будет делать. Тогда ему крышка. Этого мы убиваем. Этого так себе. А здесь в лицо. Тыч. Неплохая, да, была битва? Напряженная такая. Но тем не менее мы выиграли. Орешек тут хорошо сработал. Еще раз говорю, ребята, это была колода навскидку. Я даже не знаю, кто там у нас был. Можем посмотреть, в принципе, что это была за колода. Так, изменить. Что там у нас? Вот такая она у нас была. То есть по минималке я сыграл. Вот все, что мне выдали, это ананасы, грушу, вот это вот, хилочку дали одну и мина. И плюс лужайки. Колода, я так понимаю, была чисто на орехах, да? Рассчитана на орехи. Это какой-то гибрид у нас получается. Ладно. Победили, что я тебе могу сказать. Возвращаемся к нашему бабаху. Попробуем сегодня добраться до 25 ранга. Месяц заканчивается. Скоро будет новый сезон. Ну, ты понимаешь, да? У меня тоже, ребята, времени сейчас нету играть в эту игру очень часто. Поэтому, как только появляется моментик, естественно, я улучшаю время поиграть. Так, вот здесь не очень хорошая, конечно, у нас рука в данный момент. Ну, здесь что? Здесь придется сделать вот так. Так, убрали мы его с поля боя. Кто там следующий у него на подходе будет? Сейчас посмотрим. Угу. Полезный грибок, но не в данный момент. Так, ему тоже, видно, нечего было ставить, да? Ну что, будем, наверное, грушу ставить? Так, погоди.
Что-то мне напоминает эта колода. Не моя ли это случайно колодушка-то, а, друзья мои? Давай так сделаем. Угу. Вся разница в том, что у него будет блок копиться, а у нас нет. Вот как. Вот как он решил сделать. Хорошо, давай вот так вот. Пумс. Да и все, наверное, пока. Окей. Блин, мне даже некого пока поставить. Кукуруза, это, конечно, хорошо, но, блин. Так, началось. Кто вот у него там? Я фиг его знает, ребята. Ну, давай поставим мину. Глянем. Так же быть. Ё-моё, вот это я профукал, ребята, мину в холостую. Прикинь. Но зато не получили урона. Так, 6 энергии, да? Уже 6 энергии у нас есть с тобой. Орех, который нам выдает. Опа. Опачки. Давай сюда его поставим, наверное. Сейчас ему придется отвлекаться. Вирус. Все. Только вирус, блин, у него защита сработает сейчас. Все растранжирил, хорошо. Твою налево, он все-таки, блин, хочет, да, сделать. Хиляется еще. Ай, друзья, ну что? Ага, нет, 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 так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Он мне нужен. Ну вот кто у него там, блин? Я не знаю, ребят, давай так сделаем. Фиг его знает, кто там, что там у него. Сможет уничтожить или не сможет. О, как делает. Валун все-таки потратил, да? Так, 2 и 3, 5. Хильнуться я не смогу, но я смогу сейчас кое-что другое сделать. Естественно, использовать свою кукурузу. Так. Все на этом, надеюсь, да? Погнали. Чисто зачистка поля. Но у него 8 энергии, так что сейчас будет применять там. Ага, берет энергию. Вытягивает две карты. А мы ему сейчас, знаешь, сколько влепим? 13-14 урона. Погнали. Так, раз, два. Ждем. Добор, давай, бери добор. Так. Все, что ли, на этом? Погнали. Раз. Семь энергии у тебя. Семь. Увеличивает здоровье своему зомби. Здесь. Это все? Уничтожает растение. Крахмал, да, ему не дает моего покоя. Ладно, он получит все равно 3 в лицо, как ни крути. Так. Этого шитика в минус. Так, у него 3 здоровья останется всего лишь.
Как мы можем, ребята, выкрутиться из этого? О, все. Все, 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 все. Все, приплыл парень. Пока. Ух, что-то я... А почему так, ребят? Я думал, что он 3 урона наносит, а он всего лишь 2 единицы урона. Плохо. Слушай, а мне такое ощущение, что у него должна быть спортивная колода, потому что этот спортивный зомби плюс этот выпускает астронавта зачем сюда. Делает вирус. Хм. Еще он может сделать вирус. Бонусную атаку делает. И вот так. Но в любом случае это его не спасет. Понимаешь? Это его не спасет. Ах ты, жучара ты. Ты посмотри. 6 единиц здоровья он установил себе, а? Ты посмотри на этого охламона. Да все, 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 все. Ты можешь тут даже не пыхтеть. Ничего у тебя тут уже не получится. Хоть ты тут, я не знаю, там. Хоть ты что там делай. Так, как нам с тобой. Блин, этот же пробьет. Этот пробьет. Что нам тогда делать? Ну, он 3 в лицо только может зарядить, верно? Нам невыгодно это ставить сюда. Сделаем так. 4 выше. Нам не надо этого. Ой, друзья мои, смотрим, что из этого получится. Дрянь получается. Пипец. Вот это плохо. Вот это плохо, друзья мои. Потому что, ну, в лицо получил. Тоже знал, что ему выпадет бонусная атака. Окей, сфейлились. Погнали дальше. Так, заразительная сальса против нас. Да что ж ты. Ну что вы мне суете, а? Я офигею, я в шоке просто. Это что вы надавали-то мне здесь, а? Зашибись, против заразительной сальцы на ранней игре вы мне даете вот это вот. Молодцы, красавцы. Игра, ты просто великолепна. Иногда меня просто бесишь вот этим вот своим тупостью вот этой вот. Бочка. С бородатым, да? Что ты хочешь на эту бочку? Поставить отравление, или как он там называется, я уже не помню. Ай, ну что, будем бомбить эту бочку? Будем, конечно. Сейчас он только позовет своих братюшек всяких там. Этот здесь нам не нужен. Ну, опять ты со своим этим хламоном, а? Так, ну что там, когда уничтожает, вытягивает карту? Когда уничтожает, вытягивает карту. Давай вот так вот сделаем. Посмотрим, что он сейчас предпримет. Ну, вытянет карту, я не спорю. Не спорю.
Сколько у тебя там таких? Еще, наверное, две штуки, да, припрятано? Хм, интересненько. Ничего не стал делать. Погнали тогда. Допустим. Давай смотреть, будет усиливать его, наверное, да, или как там? Наносит резинец урона, окей. Все? Даже так вот. Поехала, да, Маза? Ну что ж, безумие у него здесь, ребята, безумие. Ох ты, кого позвал. Ты гляди-ка, что он делает, а? Три. А у него шесть, да? Шесть здоровья. Ну что, погнали тогда, сделаем вот так, наверное. Наносит 3 единицы урона. Ага, жучара, смотри-ка, что творит. Твою налево, блин. Сейчас пораженное растение уничтожать, да? А нет, у него есть там такое пораженное. Может уничтожить сразу же. Атака, атака. Так, выбиваем крахмал. О, даже как. Ну что, друзья мои. Так. Блин, стоит ли тратить нам вот это? Я думаю, не стоит. Единственное, да, он хильнется. Не дай боже, у него там что, нету? Ничего нету. Хильнется, блин. Так, ну мы продолжаем с тобой. Блин, вот этот ландшафт бы как-то убрать надо. Хорошо. Так, вот это плохо. Что-то хорошо, а что-то плохо. Кто там у тебя? Ага. Хорошо устроился парнишка-то. Пока ничего не будем делать. Тынц. Тынц. Окей. Орех. Давай сюда поставим. Ты думаешь, такой наивный, господи. Так, ну что, поставим крахмал и поехали потихонечку, наверное, да? Опачки. Так, можем, в принципе, прикрыться здесь вот таким вот образом. Я не знаю, кто здесь у него спрятан. Ага, ага. Что там проскок делает? Ну ладно, проскок так проскок. Все, Прасковья. Доигралась, походу дела, твоя песенка-то спета уже. Давай, доборчики. Так, ну что, мы с тобой, естественно, заменим один ландшафтик. Какой только, наверное. Вот, наверное, проскок все-таки. Никаких проскоков нам здесь не надо. А здесь поставим орешек. Ой, как замечательно. Ты посмотри. Посмотрим, что он будет сейчас делать. Блин, ты серьезно? У тебя вот такая вот карта была, гаденыш ты такой.
Кто же знал-то? Так, еще сейчас получат в лоб 3. Единственное, что эти гаденыши прокачиваться будут. Да мало того, что прокачиваться, они сейчас пробьют, скорее всего, да, или что, нет? Угу. Как нам с тобой сделать? Допустим, я сделаю вот так. Этого можно сразу уничтожить. А можно сделать немножко по-другому. Можно сделать вот так. И, наверное, вот так. Давай проверим. Ага. Но здесь, по ходу дела, мы сфейлились, ребята. Да, сфейлились, уничтожили все-таки, а? Ну, защита сработала. А, нет. Даже защита не сработала. Ну, кто же знал, нифига, у него 3 одинаковых гаргантюа выпали, понимаешь? 3 одинаковых. Слушайте, мы с вами преимущество теряем. Нам нужно до 25 ранга сегодня добраться. Что-то наш картофан не справится. Да карты, ты видел, какие карты дают? Полное убожество. Так, ну что, бессмертие. С ним мы уже сегодня дрались. Так, дождик проливной. Все не то опять. Лужайка. Вот эти вот лужайки, когда нужны были, они нам не выпадали. Пропускаем пока ход, я не знаю. Что-то он тоже не особо, я смотрю, гонится. У него 20 ранг, кстати. Ну вот здесь уже можно поставить кукурузную песю. Будет сюда своих летучих мышей ставить или нет? Нет, он делает немножко по-другому. О как. Тупо обмен, да? Окей. Ну, давай я так вот сделаю. Так, сколько он там? Он, по-моему, всех... да, получает 3. О, как делает. Окей. 3 в лицо. Задумалась бессмертие. Думает, что бы, да, сделать. О, как ты делаешь. Окей. Дело твое. Сугубо личное. Посмотрим. 5 энергии есть. Какие заклинашки он делает? Ага, вызывает вот этих троих. Так. Еще трешечка в лицо. Любого гаргантюа, которого он призовет, я смогу уничтожить. Этого позвал. Ладно, хорошо. Ну, даже как. Ой, как солидно-то. Ты посмотри. Прям обожаю. Поехали. Так, итого 10 хп, да? Угу. Крахмал. Нам выпадает, друзья мои, крахмальчик. Давай отсюда поставим. Стоит ли нам... Давай, наверное, сделаем. Кто там у тебя? Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Куда, сюда переместишься, да? Так, бумс, бумс. Так, и добивка, все. Так, здесь мы с тобой победили бессмертию. Отлично.
Но получим всего лишь одну. Да, одну звездочку. Продолжаем разговор. Так, профессор Мозг Атака против нас. Надеюсь, не на своих вонючих телепортах. Что вы творите, ироды, а? Ну вот зачем? Зачем вы даете мне вот эти всякие грибы? А как, кстати, вот когда они нужны, фиг ты дождешься его. Ну, естественно, Эврика, Добора и все тому подобное нам стоит ожидать. А, соответственно, под эти карты он еще возьмет, которые будут прокачиваться за счет Доборов. Вот попомни мои слова. Хотя для ранга 17-го вряд ли он допетрит до этого. Хм. Ну давай я сделаю. Блин, что я сделаю-то? Да вот так вот я сделаю. Кто там у тебя появится? Ох, хорошо как. Что-то задумался ты. Вот и все. Думает, сидит еще там что-то. Так, ну что, будем вызывать орех, наверное, да? Ну да, будем вызывать орех. Так, и нам выпадает еще орех. Орех и орех. Даже так, вот бонусную атаку. Молодец, красавчик. Ну теперь-то ты мне нафиг не нужен. Хотя, подожди, почему не нужен-то? Нужен? Ребята, нужен. Задумался. Профессор, блин, у него неужели спортивная колода? Нет, это же случайно выпало, по-моему. Так, тихо, создает зомби. Антигерой, повезло тебе, парень. Так, зомби здесь получи. Ох, вот ты даже как. Ребята, у нас со здоровьем беда определенная получается. Если я здесь поставлю два, это ведь фигня, да, получится? Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Ну, допустим. Ландшафт этот можно поменять в любой момент. Меня сейчас другое интересует. Я же знаю, что у него есть Эврика, у него есть... У него два добора. Смотри, наносит 2 единицы урона. Допустим. А вот этого я не понял, зачем. Ты хочешь помочь ягодке? Давай. Я нисколечко не против. Так, крахмальчик выпадает. Ну что? Смотрим. Во, пошло, поехало. Так, прокачивать решил, да? Он его решил прокачать. Глупо, тупо и нелепо на самом деле. Вот так вот сделаем. Ну вот, наконец-то начал тянуть карты. Я же говорил, что у него должно быть что-нибудь. Даже так. Твоему зомби все равно крышка. Груша нам достается. Так, ну смотрим, что там у тебя еще есть. Что ты там в рукаве держишь, а, парень? Серьезная заявка, кстати, да? Стоит ли так делать? Стоит. Стоит, друзья мои, так делать. Поехали.
нафиг больше здесь мне ничего не надо делать. Так, зомби получает 3 плюс 1. Так, мелкого выкидывает своего хмареныша сюда. Ладно. Еще заполняет. Пускай заполняет, мне не страшно. Ох ты, а вот это уже хорошо. Друзья мои, а вот это уже отлично, я бы даже сказал бы. Так, выставляем. Так, что сделать-то еще? Сюда, что ли, поставить орешек или как? Или вначале крахмал влепить? Я даже не знаю, как лучше сделать. Да давай сделаем так, какая нам разница. Опачки, так, и... Да и сместим, наверное, его вот сюда. Да, это будет прекрасно. Давай, жду. Че там, размещаешь зомби-астронавта, окей. А теперь понеслась. Че, на воду кинешь, да? На воду кинет, конечно же. Куда же еще может бросить? Срабатывает защита, он, естественно, делает свою эврику. Или что там у него, утягивает две карты. Так, мы ему еще двоечку в лицо. Так, ну кого тут убрать? Ну давай вот этого, предположим, берем отсюда. Хоть это и не актуально, но пускай. Теперь смотри. Три в личика получает. Три в личика получает и... Все, короче, сдулся парень. Слушай, а вдруг он его прокачает? Нет, давай-ка мы, наверное, вот этого уничтожим с тобой. Да, мы его подобьем с тобой. Так, начинается, да? Так, вот этого в минус. И поставим с тобой, наверное. Все, он сдался. Он, друзья мои, сдался. Ну, а мы тогда продолжаем. Мы сейчас получим две звезды. И нам нужно сделать еще одну победу. И тогда мы будем на 25-м ранге. Поехали. Что-то у меня такое впечатление, что мы играем немножко за другой картофель. Не тот, который у меня был до этого. Почему-то здесь на орехах уклон идет. Ореховая защита. Так, ладно. Вот это, конечно, яблонька здесь как бы вообще не в тему. На ранней-то стадии. Как тусенок. Блин, тут еще бесячество. Со своими бесятами, естественно. Очень интересно. О, как. Ты гляди-ка. Так уверенно в себе. Это бесячество. Почему именно так? Хм. Хорошо. Я даже не знаю, что делать. У меня нет пока слов. Я немножко заворожен. Щит он тут в лицо. 23-й раз. Смотри, опять. Опять в лицо получил, да? Вот это вот хуже, друзья мои. Вот это вот хуже, потому что... Твою налево. Ну вот как быть-то? Не хочется 6 в лицо получить, верно? К
Хорошо, давай тогда сделаем так. 6 в бубен получим все-таки, да? Как ни крути. Защита на... Да, защиту только ждать. Так, что-то мне совсем это не нравится. Допустим. Что у тебя там, гаденыш? Я не знаю, что у тебя там может быть. Может быть, бонусная какая-нибудь атака или еще что-нибудь в этом роде. Перемещение? Ну, тут-то защита явно сработает. Так, смотрим. Неужели у него еще будет перемещение? Блин, это будет фигово, ребята. Я не смогу тогда ничего здесь сделать. Что у него там, кровожадность? Угу. Тогда сделаем с тобой так. Кровожадность, да? Так, этого братишку берем сюда. Сюда влепим мину. Здесь сделаем шаманство. Сюда поставим вот так. Давай только, блин, без всяких бонусных твоих атак. Ага, вот что он делает. Еще 2. На что он рассчитывает? На бесед? Иди отсюда. Я немножко в ступоре. Давай вот так вот сделаем. Наносит... Упс, я сам себя, что ли, уничтожил? Почему это я, ребят, забыл про этот кактус? Почему я забыл про этот кактус? Вот так вот. Моя невнимательность и его проницательность, ребята, меня уничтожила. То есть, увидел же все-таки, а? Видел, у него торт был, который наносит 6 единиц урона. И воспользовался же. Что-то здесь не то, ребят. Ну какая-то колода у меня не такая была. С какого перепуга вот это вот все мне выдает? Зачем мне вот этот грипп апокалипсиса на начале? Опять же, получается, мне некого сейчас поставить. Тем более разгром. Шутки с ним плохи, мы все прекрасно это понимаем. Чего мне ждать тут? Ближайший ход на 4 энергиях. Это ближайший. Трындец. Все, поплыли, короче. Мне здесь ничего не сделать, ребят. Все, я просто тупо пропускаю ход. Спортивная колода, сразу тебе говорю. Но. Ага, вот так вот. И вот так. Ну что, сделано, наверное, вот таким вот образом. Мне больше просто нечего пока делать. Господи, что там у тебя? Он делает рикошет. Интересно. Так. Вот этот грибок нам здесь пригодится теперь. Но не сейчас. Потом. Когда вот этих прокачает, потом он нам пригодится. Так, это в минус.
все. Так, срабатывает защита у нас. И, блин, и не чтобы горячку дать. Выдали какой-то паршивый дождь. Ну что, выпускаем тогда нашего этого короля. Короля орехов, блин. Так его назовем. Это хорошо, друзья мои, хорошо, пускай он все делает. Пускай он все это прокачивает, что хочет тут. Нам нужно, чтобы он прокачал их, и мы уже взорвались с тобой. В принципе, партия уже готова. Твою, блин, налево тер... А нет, все нормально, все нормально. Все нормально, я что-то немножко попутал. Стоит ли? Стоит. Погнали. Будет валуны свои там тратить? Нет, не стал. Ладно, окей. Так, ну не забывай, что тренера у него 100% есть. Сделаем так и сделаем, наверное, вот так. Там, наверное, сумоисты, как всегда, у него, да? Тут же еще там у тебя может быть. А нет, дудочка. А здесь? А здесь вот так. Но в любом случае, даже если ты атаку мне понизишь, урон ты будешь получать знатный. Погнали. Да-да-да-да-да. Такой довольный, думает, а, все, у него нет зеркального ореха. Хрен тебе, у меня есть еще один зеркальный орех, который обязательно поставлю. Блин. Печалька какая-то просто, друзья мои, просто какая-то печалька. Эх, давай еще так сделаем. Да и, наверное, еще вот так. Поехали. Надеюсь, валуна у него нету там. Серости, на. Ладно, допустим. Тунц. Да что так быстро у него копится-то эта фигня, блин. Что у него там? Хилка, лечение? Да 100% лечение у него. Что мы тут с тобой можем сделать? Давай вот сюда бомбанем. Так. Ягодка, ягодка. А, так, секунду. Думай, 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 что мне тут лучше сделать. Давай так вот, наверное, влепим. Посмотрим, что у нас из этого получится. Уничтожает. Потратил. Окей. Все? Доволен? Хиляться сразу побежал. Давай хиляйся. Да-да-да-да-да. Конечно. Держи карман шире, парень. Секунду. Да, нам, наверное, лучше сделать вот так вот. 3-6, я и забыл совсем. Подожди, а почему я не мог ягоду поставить? Вот что у него, оказывается, было. А я и не знал. Так, ладно, он будет сейчас, естественно, прокачиваться. Вампира своего. Это может плохо для нас кончиться. Угу. Кого ты там будешь прокачивать? Этого.
Так, друзья. Погнали. Ну что, надеюсь, что сработает. Блин, вот этот, конечно, нас пробьет. Ё-моё. Я что-то про него и забыл. 6 в лицо же получим. Точняк. Ай-яй-яй-яй-яй, он же пробьет меня. Точно. Вот этот-то я что-то не... Блин, не доглядел, ребята. Опять же мой косяк. Так, картофан что-то у нас как-то сейчас сдает позиции. Давай-ка мы быстренько с тобой попробуем за ржавого разряда отыграть. Я еще раз повторяю, ребят, за картошку проигрываю только из одного, что мне не дают нормальных в начале карт. Если бы мне давали все как полагается с самого начала, стартовая рука, все совсем было бы по-другому. Выдают, извини меня, грибы там, еще что-то. Сейчас посмотрим, как у нас за ржавого разряда пойдет дело. Нужно выиграть 2 поединка подряд, чтобы перейти нам на 25 ранг. Так, ну что, здесь пропускаем. Здесь, по крайней мере, у нас есть сумоист. Если что, есть заклинашка неплохая, которая понижает атаку на минус 3. Сумоиста я пока не буду, наверное, ставить. Ну, нет смысла. Надо просто подождать. Если что, мы можем прикрыться с тобой флакончиком вот этим. Ну, видишь, да? Выпустил свой росток нелепый и думает, что из него что-то нормальное вырастет. Хотя такое может быть. Ну, видишь, ему выпал орех. Так. Пропускаем ход. Орех этот бесполезный. Ну, единственное, что он, конечно, может прикрывать любое растение, которое будет стоять сзади. Так, отлично. Что нам сделать? Давай, наверное... Блин. Хорошо, сделаем так. Просто понижение атаки до 0. Вроде бы все хорошо, и в то же время хреново все. Выпускаем сумоиста. Угу. Выпускаем, блин, сумоиста называется. Иди сюда. Значит, короче, он на пробивнульках будет играть. Вот такая у него тактика, друзья мои. Что мы с тобой можем сделать? Да на самом деле дофига чего можем сделать. Давай вот так вот. Для начала. Потом что? Ага, все-таки хочет пробить. Все-таки все на пробив у него идет. Ну и кому ты понижаешь атаку? Ему? Погнали. Жалко, конечно, что до этого не дотянемся. Где мой страж? Скажи-ка мне. Галактики, блин. Вот что мне сейчас интересно знать. Я его, черт подери, не вижу здесь. Удачи в рейтинговом бою. Спасибо, дух шторма. Пока удача что-то как-то в последние моменты отвернулась от меня.
Так, ну понятно, что сработает защита. Тут к бабке не ходи. Урона я ему не нанес. Ни одного пока. Вспышка на солнце, 26 ранг. Ух ты, ух ты. Вот так он решил сделать, да? И вот так. Так, ну что же мы с тобой можем сделать? Наверное, пшикнуть разочек, да? А кого мы подобьем? Этого и вот этого? Может быть, лучше нам вирус вколоть? Да, я думаю, вируса сделаем с тобой. Так будет поэффективнее. Поехали. Так, сердечко, давай потратим. Так, итого, ну, у него остается 12 хп. Так, что дальше будем делать с тобой? Ну, к примеру, я сделаю вот так. Смотрим, что он дальше придумает. Естественно, ему нужно подбить это. У него, наверное, есть минус один. Все зомби на земле получает, скорее всего. Нет. А, все-таки есть, все-таки есть. Ну что? Здесь, понятно, бомбанем. Здесь, чтобы не выпендривался, сделаем вот так. И вот так. Поехали. Угу. Отличная карта. Отличная. Давай. Что нам здесь выпадет? Спортсменчик. Спортсменчик, да, выпадает. Ну, его, естественно, могут уничтожить с полтычка, поэтому... С вашего позволения я сделаю вот так. Что он там делает? Хилочку ставит. Наивный Буба, получи. Поехали. Ах ты. Забыл. Ну, это простительно. Как скажешь. Так, ну что. Если он рассчитывает на хилищую лужайку, то... Вряд ли. Вряд ли он воспользуется ей. Ох ты. Окей. Окей. Так, ну что. Понятное дело, что здесь мы... Ага, вот так все-таки решил сделать. Решил проверить, кто у меня тут будет, да? Хорошо, давай посмотрим. О как. Еще и карту берем. Ох, великолепно. Так, ну что, друзья мои. Делаем вот так вот с вами. Это раз, что я хотел сделать. А второе я хотел сделать вот так. Ой, шикарненько это как. Посмотри. Прям сердце радуется. Ну что, крышечка тебе, парень. Вот и все. Песенка его спета. Так, ребят, ну... Пока расслабляться рано. Мы знаем, что ржавый разряд — это ржавый разряд. Но нам нужно еще с вами сделать одну победоносную битву. Хотя вру. Две, еще две нужно сделать. Потому что в данный момент у нас только лишь две звездочки. А вот с розой это сделать будет проблематично. Тем более, если роза умная на заморозках, то это трэш. Так, ну, в принципе, вот эта девчуля нам должна зайти. Если действительно на заморозках. Правда, замораживать они могут даже те, кто имеет иммунитет к заклинаниям. Чтоб ты знал.
Или же на бабах. Тут фиг знает, на ком будет играть эта роза. Будем смотреть. Пока все тихо. Как говорится, затишье перед бурей. Двадцать седьмой ранг у розы. Довольно приличный. Мне не нравится вот эта тишина. Я, наверное, начну первый. Сейчас посмотрим заодно, что будет делать роза. Либо на отхилах, либо на бабах, либо на заморозке играть. Либо хрен знает на что. Скорее всего, на отхилах. Скорее всего. Раз она так долго ничего не предпринимает, скорее всего, хилы. Да что там такое? Что ты там вынюхиваешь? Что ты там выжидаешь? Я не пойму. Действительно, хилы. Точно хилы. Точно, друзья мои, хилки будут. Так, превратить сможет? По-моему, не сможет. Так, 9 хп остается. Сейчас будет лечить здоровье себе мегатоннами просто. Поверь мне. Просто мегатоннами. Ну что я могу сделать? Только вот так вот. И все, пока. Защита сейчас сработает. Превратит вот этого. Вообще не ожидал. Короче, у розы не получилось. Видимо, не было нормальных карт. Такое бывает, поверь мне. Сам неоднократно сталкивался, что идет все не по плану. Тем более для 27 ранга, поверь мне, он должен уже знать, как работает его колода. Поэтому это чисто невезение. Так, ну что, у нас с тобой ночной колпак. Ночной колпак, а еще тот паршивец. Как с ним драться сейчас, я пока не знаю. Играет он обычно на, конечно же, на грибной рассаде. Это самое эффективное, на которой колоде он может играть. Лучшего я ничего пока еще и не видел. Так что смотрим, ждем. Все, что связано с грибами, это к ночному колпаку. Тут даже говорить не о чем. Так. Начинается, да? Ну, естественно, он поменяет этот ландшафт на свою грибную поляну. Понятное дело. Это так, чтобы с панталгию сбить немножко. О, как делает. О, как делает. Так о чем? Ну давай вот так вот сделаю, фиг с ним. Укрепимся, так сказать. Так, ну он, естественно, будет бонусные там всякие атаки делать, да? И все тому подобное. А мне пока нечего здесь сделать. Видишь, что делать? Рикошет. Ну и поставить он сюда никого тоже не сможет. Так что пш, держи карман шире, дядя. В плане. Эх ты, жулик ты несчастный. Ладно, хорошо. Блин, ну если он сейчас будет рикошетами этими брать, то это не очень хорошо будет для меня. Естественно, да? Рикошет ты не можешь сделать, да? На могилку. Хотя у него есть этот могилоед или еще что-нибудь. Он вторую делает. Ох, как. Ну, парнишка. Ну, парнишка. Ну, ты меня взбесил. Так, что я здесь могу сделать?
фиг его знает что. Могу сделать вот так вот только. И вот так. Чик, все. Так, убрали этого паршивца. Теперь сделаем следующее. Вот так. И вот так. Да ты заколебал, а? Заморозку. Так, Халабуда, иди сюда. Сейчас разберемся с тобой по-нормальному. Что теперь-то будем делать? Наверное, вот так вот. Эх, ты заколебал, а? Вот чмергест. Посмотри, что творит. Ладно, хорошо, у нас с тобой сработает защита, понятное дело. Поехали. Тунс. Мне бы ландшафтик бы как-то поменять, если честно. Вопрос только в другом. Как мне его поменять? Наносит 3 единицы урона. О как. Еще наносит 2 единицы урона. Че, у тебя одни заклинашки что ли остались? Ага. Так, сюда бомбанешь. А, в лицо все-таки ударил. Угу. Так, мы с тобой сделаем что? Мы с тобой сделаем вот так. Дальше сделаем вот так. Еще и страж, друзья мои, выпал мне. Поехали. Ну, тут сработает защита, понятное дело. Он тоже пошел по-крупному, да? Так, ребят. Раз. Два. Пропускаем ход. Окей. Окей. Все, да? Понеслась, короче. Так. Ну и что тут сделать, я даже не знаю. Этот вот уберем отсюда. Поехали. Тыч. На. Ай-яй-яй-яй-яй, как некультурно. Как некультурно. Неужели пробьют нас, а, друзья мои? Не, не пробьют. У нас с тобой стражник, который нам поможет. Хотя грибочек убираем и все. Ночной колпак. Да выпендривался, да? Это мягко говоря. Да, друзья мои, наконец-то перешел на 25-й ранг, как и обещал. Немножко, конечно, здесь глупили, тормозили, но главное результат. Ну и надеюсь, вам эта серия понравилась. Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.